Пошла, родимая. Всех приветствую, ребят. Всех приветствую. Всех приветствую. С вами Левша. На магазин ссылка в описании под видео. Там есть такая же футболка и много другие от меня, Грани и Корбана. Вот. Группа ВКонтакте, где я теперь, ну, теперь говорю, где я регулярно выкладываю разные фотографии в Инстаграме. Вот. Так что это подписывайтесь. Ссылки все внизу. Ты почему за черепаха, а не за крыс пошел в гонку? Ну, я же тебе объяснил. Вот мне хочется нормальный зеленый камуфляж. Плюс я еще спросил кормовчан, я написал ребятам из корма, и я говорю, там Юлька поинтересовалась, какой камуфляж мы будем брать. И многие начали писать зеленый, зеленый, зеленый. И я, в принципе, тоже хотел зеленый. Вот. Ну, кто-то синий выбрал, потому что он всегда синий, видишь, ну, кому как. Вот, ну, в общем, теперь я буду играть за зеленую команду, так что еще присоединяйтесь. Всем рад, сами понимаете. Вот, чем нас больше, тем нам будет легче выиграть, и значит мы получим больше всяких плюшек. Ну да, здесь, конечно. Е25 закружить нереально будет мне. Ну не, все, я зацепился за кам... Что за какое-то дерьмище я зацепился? Вот такой же. Охереть, артовод. Не, ну это реально. Вот я там сантиметр делал удушающий. Даже фотку в Инстаграм выкладывал. Типа удушающий сантиметр. Да и что ж такое? Че меня здесь никто не прикрывает? Вообще все плохо так. Пипец, мне, короче, я походу умираю. Да не, пацаны, это реально чуть-чуть. Все, турнир выиграл, можно ни хера не играть нормально. Не, я что-то переоценил свои возможности. Да у нас здесь вон гнездо здесь собралось. КД какое-то долгое, да? Что-то хочется побыстрее. Надо, например, побыстрее сдохнуть. Ох! Колесник, это просто боль какая-то. Охереть, 3 боя подряд я вначале сдыхаю. Да ну нахер вообще взялся эти 3 отметки гребаные на колесники. Ненавижу колесников. Еще говорит, такая имба сраная. Просто сгорел. Пойдемте в автоматы, ребят, поиграем. А че ты не светишься? Вовремя, Илюх. С уважением. Спасибо, Илья, за 100 рублей. Спасибо тебе. Дима, привет. Скажи, пожалуйста, я, наверное, это пропустил, но тебе хоть какая-то копейка за твой камуфляж падает второй, который в ИГ продается? У вас же нет, мне ничего оттуда не падает. Если бы мне туда что-то падало, мне кажется, рекламки на моем канале ты видел бы больше. Вот. Нет, ничего мне не падает оттуда. К сожалению. Учитывая масштабы и все остальное, к сожалению. Ну, по идее, я попал в него. Ой, я в засвет попал. Это херово. Е25 работает. Тупо он 2 колеса сбил. Офигеть. Да вы что, гоните? Как на этом говне играть, я не понимаю. Почему меня все убивают каждый бой? Вообще засветиться нельзя, сразу умираешь. Дайте мне какой-нибудь нормальный танк, пойду лица разломаю. Херить, он просто на ходу дает. О, нормально. Блин, халкодал. Да... Крёба... А, я умираю, да? Не, реально, колесники, нельзя так играть агрессивно. Я не понимаю, реально, он просто как вот... Смотри, вот моя логика в этой игре, когда я играю, вот я сверху, ну не считай, когда там все 15-10 уровни, вот я вверху списка. Все, я должен всех идти нагибать, агрессивно засвечивать, поджимать и все остальное. Но не на колеснике. Я не знаю, что там, люди на них ноют, но нихера. Может быть, 10-й, конечно, жесткий, я еще поиграю, но... Пока удовольствие сомнительное. Я про нагиб вообще молчу.
Да, блядь, и что тебе сделать? Ну, ой, я не понимаю. Короче, я реально здесь... Там мы его просто портили, я правильно понимаю, да? Ну, все, в начале боя... Ну, у него ВН-8, у меня ВН-8. Примерно да, одинаковый уровень игры. Ой. Я, короче, не знаю, здесь реально... Вот на отметку играть, вот так по полю кататься, светить в начале, это не... Короче, все, отменяется нахер. Это не тот танк. Вообще не тот танк. О, там лежит, отдыхает. Пипец, поигрался я с ним. Ну едет он в своем гребном скорпионе. Помогая, помощь нужна. Да это просто борода. О, бляха-муха. Как ты меня сжег? Как ты успел развернуться? Это охереть, эти уроды. Это... Зачем я тогда подписался на этом при отметке? Ой, красиво вообще получилось. Да, блять, им! Как ты вышел на свои 140? Ну, это неплохой танчик, ну, я не тебе... О, как я не в тему сдох, чуваки, я бы убивал его и сейчас выходил бы 260-го развалил. Пипец. Почему не фанатеешь по ЛТ? Ну, для меня скучный этот, как его, класс техники. В том плане, что на нем нельзя драться. Ну, реально, ты или... Ты же не можешь приехать и где-то там в упоре потанковать, постреляться. Ну, я говорю, кому-то подходит это, кому-то не подходит. Он динамичный, интересный, да, что ты там катаешь постоянно. Но вот нормальный ЛТ, вот, или там кусты должен, там в кустах где-то стоять, где-то ездить, светить. Ну, есть исключения, которые, естественно, могут там надамажить на них. Но это мало таких людей, как правило. Нахер он так много сносит? Сука! Ой, колесники. Пойду я чем-то нормальным сыграю, ребят. Кто там говорил? Вот эти, приведите мне этих экспертов в чате, которые говорят, что это имба, ломает рандом и все остальное. Приведите их просто. Дайте им каждому сыграть по 20 боев. И посмотрите. Пипец. Они текают села, кстати. Ты чего, дурак, что ли? Это невозможно. Это просто невозможно. Вот с этого говна попасть по этому говну с таким расстоянием на полном ходу. А-а-а! Ёпара святой, вот это мне повезло. Не такой колесник я тебя явно не закрутил, друг. Не бойся, твоя жизнь не в опасности. Правильно делать, все красиво делать. Блять, а ты откуда взялся еще? Гребаный. Мы еще проиграли, походу, это бой. Гребаный Е25. Он мне все. Че ты. Когда его из игры выйдут, я не пойму. Че там по отметке, кстати? После двух боев тогда она должна подрасти, да? О, 75%. В целом неплохо, но что-то я уже думаю, реально там надо вспотеть жестко, чтобы три отметки взять. Ага. А вот это меня сразу, я правильно понимаю, что он сразу меня может бахнуть? О,
Нет, нет, я пошутил, я не хотел, правда не хотел в тебя стрелять, ну извини. Ёпарс, это навтыкали сразу по самой небалуй. Да, он еще фугасом попал. Да ты че, серьезно, что ли? Все, ребят, насветился. Не особо-то мы и смелые. Все, на кемпу встану, буду кемперить. Больше нихер мне делать здесь. Всем вам спасибо. Федор, тоже не забывай. Увидимся. Если все нормально, увидимся завтра. Я их обнял. Пока-пока.